крошку ангела в сочельник Бог на землю посылал. Как пойдешь ты через ельник, он с улыбкой сказал, елку срубишь. И малютке, самой доброй на земле, самой ласковой и чуткой, дай как память обо мне. И смутился ангел крошка, но кому же мне отдать? Как узнать, на ком из деток будет Божья благодать? Сам увидишь, Бог ответил. И небесный гость пошел, месяц стал уж, будь бы светил, и в огромный город вел. Всюду праздничные речи, всюду счастье деток ждет. Скинув елочку на плечи, ангел с радостью идет. Загляните в окна сами, там большое торжество, елки светятся огнями, как бывает в Рождество. И из дома в дом поспешно ангел стал переходить, чтобы знать, кому он должен елку Божью подарить. И прекрасных, и послушных много видел он детей. Все при виде Божьей елки, все забыв, тянулись к ней. Кто кричит: «Я елки стою!» Кто корит, зато его: «Не сравнишься ты со мной, и я добрее твоего!» «Нет, я елочки достойна, и достойнее других!» Ангел слушает спокойно, озирает с грустью их.